Открываем автомобиль и пошли осматривать участок. Я уже видела что-то. Чего ты видела? Я еще ничего. Я еще ничего пока не видел. Все, ставим здесь. Молодец, Алис, помогла мне. Пойдем осматриваться. Пошли. Так, пойдем вместе. Так, что у нас тут за зиму произошло? Облез гараж. Гараж надо будет в этом году чистить и красить. Так, планка оторвалась. Ну, я ее, конечно же, прибью. На самом деле у меня в планах вот на этом месте, где сейчас аккуратные грядки, этой осенью сделать фундамент, на котором будет стоять новый дом. А этот дом, он уже свое отжил. Где подснежники? Ух ты, какие красивые подснежники. Да, очень красиво. Груша, которую я обрезал в прошлом году. Посмотрим, какой она в этом году даст урожай. Но она очень старая, и ей нужно было заниматься. Розы. Розы живы. Очень сильно надеюсь, что они нас порадуют в этом году. Тюльпанчики начинают вылезать. Ага, сейчас, Алис, давай все посмотрим. Так, вишни, черешни. Вишни, черешни. Так, наша банька, которой тоже предстоит большая реконструкция. А вот грачи, представляете? Я каждый год вот здесь вот закрываю от них, и все равно они находят возможность проковырять дырку. А это калина, Алиса, но ее есть не надо. Ага, так, земляника. Землянику... Она здесь очень хорошо себя чувствует, но ее придется отсюда убирать, потому что я планирую баню перестраивать. И у меня будет с этой стороны предбанник новый, с этой стороны будет комната отдыха, будет новая крыша, потому что эту баню строили уже 30 лет почти назад, и она, конечно, морально устарела. Представляете, у меня в Тульской области растет персик, вот он. Вот он, я могу сказать, что он даже будет цвести. Вот, я вижу, что почки уже набухают. Скоро он зацветет. В прошлом году я обрезал вот это дерево, потому что оно стало очень большим. Вот, например, вот таким. Одно у нас упало. Хорошо, что никого не прибило. Вот, видите, вот корень от него остался только. Поэтому в этом году я займусь этим деревом. Вот. И насколько я знаю, у нас поселился скворец. Сегодня буду наблюдать, правда это или нет. Идем дальше осматриваться. Сосны. Сосны у нас, как всегда, за зиму подросли. В прошлом году вот здесь вот под соснами, а вот на этой куче песка было очень много маслят. Интересно, будет ли в этом году. Посмотрим. Малинка у нас в порядке. Теплицы я вам показывал месяц назад. Мы приезжали сюда засыпать в них снега. Вот, сейчас они уже ждут. Ой, как тут тепло. Сейчас они уже ждут, когда мы наконец-то что-то сюда посадим. Да, клубнику хочу посмотреть. Где там эти кроты, с которыми мы будем бороться? Кроты там, там надо ходить смотреть, он где кучки припадает. Так, вот наша клубника. Вот он наш виноград, с которым тоже надо заниматься. Я уже нашла новых кротов. Вот, видишь? А, вижу, да. Да, много очень. Вот они, видите, эти кротовые.
кротовые ямы, вот она, вот, полным-полно по краю участка. В этом году будем с ними бороться. Ежевика. Так, а это другие сосны. Облепиха. Это наши другие сосны, тоже очень красивые. Ой, как они красиво выглядят. Правильно. Слушай, вот эти сосны прям надо будет этот. Их, оказывается, можно обрезать, и они становятся красивые, круглые, как шарики. Я знаю, но... Смотри, папа. Знаешь, что я уже решила? Угу. Я осенью. Смотри, папа, что накрываю. Тихо. Смотрите, скворцы, видите? Интересно, это те, которые живут у нас в скворечнике или какие-то другие? Они ходят и собирают червячков. Я говорю, Сереж, слышишь? Видишь, мам, скворцов? Кошмар, сколько в этом году кротовых нор. Да, надо с ними бороться серьезно. Они тут все перепахали. Они все тут перепахали. Будем бороться, чего? А вот эту вот сосну я привез осенью из Баварских Альп. Интересно, будет она отличаться от наших сосен или будет точно такая же? Когда вырастет, мы об этом узнаем. Вот такая вот у нас дача. Вот. Вот здесь можно еще все что угодно делать. Земли много-много. Я на следующей неделе заеду в Тимирязевскую академию, куплю рассады. Ну, мужскую облепиху нужно. Мужскую облепиху нужно. А, две вишни нужно. Парочку вишен. Груша нужна. Груши. Зимняя. Ну да. Вот. А, что нам еще? Абрикос нужен. Один абрикос, одна черешня. Черешня нужна. Я хочу кизил еще посадить. Вот, и знаешь еще, что мне хочется? Я давно об этом мечтаю. Сейчас очень много сортов новых выведено винограда, зимостойкого и сладкого. Угу, да. Да, и хорошего винограда, это правда. Ну что, пойдемте переодеваться и работать. Да. Что мне надо сделать? Починить диваны, сделать теплицу, сделать отопление, открыть воду, так, пожарить шашлыки. Пожарить шашлыки. Выгнать грачей. И выгнать грачей. Вот все. Мне как раз на сегодня. Если у меня время останется, я могу еще один скворечник сделать на другое дерево. А скворцы же они полезные.